Прекрати! О, привет, мои дорогие зрители! Извините, я вас не заметил, я катался просто на своей газонокосилке. Добро пожаловать в мое новое видео. Добро пожаловать в мой особняк. Мучает очень много вопросов по типу, почему мне 13 лет и как я заработал свои миллионы убитых нервных лет. Прикол в том, что я не разрешаю, сколько мне лет, потому что мои подписчики решают, сколько мне лет. Они сказали то, что мне 13, а я уважаю своих подписчиков. Сегодня мы пообщаемся с вами на одну тему, возможно, сразу на несколько. Дело все в том, что я недавно завел свой инстаграм, год назад. Я не знаю, может, с вами что-то не так или со мной. Конечно, со мной вряд ли что-то не так. Но почему-то на него никто не подписывается. Подпишись, а то писька отвалится. Итак, добро пожаловать в мой особняк. В этом доме я живу абсолютно один. Я не знаю, кто это. Первый раз вижу. Приедем же в мой инстаграм, мои любимые подписчики. Что? Ты не подписан на инстаграм? Ладно, все равно вы мои любимые подписчики. Ну просто считайте то, что вы ребенок в семье, которого недолюблю. Мне часто пишут аниме. Почему так мало видео? Я хочу сказать, мои дорогие подписчики, то, что вы зажрали. Последнее видео было вчера, 1 января. А следующее будет завтра, в апреле. И шанс того, то, что я могу сейчас умереть в своем особняке, очень и очень мал. Шутка-минутка. Следующий вопрос. Как меня зовут? И это страшная тайна. Мое настоящее имя не Никита. Меня зовут Артём. Ладно, шутка. Я Эдик. Опа! Ну что же, добро пожаловать в мою комнату. Здесь я снимаю свои трусы и ложусь спать. Шутка-минутка. Здесь я снимаю свои ролики, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Следующий вопрос, это какой был твой самый первый трек? И мой самый первый трек, вот да, это был самый легендарный хит. Помню, мне написал Фараон и говорит, мол, Алималик, давай запишем песню про Brawl Stars. Я, конечно, отказался, потому что, ну, камон. Но все-таки свой бит он не оставил. Давайте послушаем этот замечательный трек. Ну что, вы готовы? Включаю. Вы готовы? Я один на миллион, и даже он, и даже он. Да, любовь наша навсегда. Так. Да, раньше я брал биты у Фараона, но теперь я их делаю сам. А если вы хотите иметь такие же биты, как у Моргенштерна, то пишите мне в любые социальные сети. Конечно, лучше в Одноклассники, и заказывайте у меня музыку, и тогда мама будет жить вечно. А я могу иметь только железные яйца, потому что записывал рэп-композиции, когда дома есть родители. Дорогие подписчики, вы знали, что квадрат гипотенузы равен сумме квадрат катетов? Я, честно, не знал. И следующий вопрос, который тревожит всех моих фанаток. А знаете, что фанаток у меня очень много? Ты гей? Именно поэтому многие девушки не хотят начать мои со мной отношения, потому что они не знают, нравятся мне мальчики или нравятся мне мальчики. Итак,
Я вам хочу сейчас раскрыть тайну. Я не пью вас. Окей. Ты серьезно? Вы серьезно думаете, что я из этих? Ага. Да. О. О. Звонит, звонит, айфон, звонит. Так. Алло. Моргенштерн? Я говорю, мне не звонить. Чувак, я не знаю, куда ты делал свой снюс. Все, давай, пока, короче. Достал, звонить, честно, честно, я ему... Ну все, дорогие подписчики, я поехал на турнир по Brawl Stars. Как говорится, квадратик потянул зря, сумме квадрат катетов, поэтому я исчезаю.